Доброе утро всем этим важным друзьям. Сегодня у нас очередное бритье. Стандартная двухдневная щетина. Стандартное бритье. Чем мы сегодня будем бриться, ребят? Бриться мы сегодня будем станочком Razorock Lupo 95-я плита с гапом 0,95. Лезвие я сегодня решил взять вот такие вот Gillette Naked. Давно ими не пользовался. И сейчас как раз попробуем, что у нас получится с этими лезвиями. Какое бритье. Как всегда, две клеевые точечки на лезвие для фиксации. Кому-то это нравится, кому-то нет. Если производитель решил, что их будет две, пускай будет две. Так, встает все у нас шикарно, идеально ровно. Как видим, тут вопросов нету. Что у нас сегодня будет за средство пенообразования? Это будет новинка на нашем канале. Вот такой вот мыло от компании Cold River Soap Works. Линейка Glide. Это зимняя лимитка Winter. С очень интересным ароматом, ребят. Тут присутствует аромат клюквы, потом набор таких вот рождественских новогодних специй, там с корицей что-то переплетенное, вот такое вот, и немножко дерева, но дерево такое прям очень приятное и мягкое. Вот, мыло, оно достаточно мягкое, я бы даже сказал, что оно больше подходит под описание крем мыло. То есть вот мы сейчас лопаточку взяли и разместим все это дело в чаше. Мыло жировое. Да, все правильно. Линейка Glide — это высшая, как бы самая премиальная линейка у компании Cold River, холодная река, да? Вот, то есть там есть у них Select линейка, есть Glide. Есть веганская еще. Вот, мы обязательно ее тоже попробуем в скором времени. Вот так, значит, мы разместили наше мыло. Сейчас тут еще осталось на лопатке. Мыло очень мягкое, поэтому прям приходится очень аккуратно его размещать. Оно не приклеится. Значит, что дальше? Дальше, после бритья мы воспользуемся вот таким вот автошейвом от Varisin Mano di Sicilia. Вот, так как погода у нас сейчас холодная на улице. И чуть-чуть защитим кожу не спиртовым лосьончиком, а вот таким вот на природных спиртах, как пишет компания Varisin. И мой кабанчик от Омеги. Вот, такой вот маленький. Ну что, давайте начнем процесс приготовления пены. И потом уже тогда перейдем к процессу бритья. Значит, что могу сказать сразу? Довольно-таки быстро отзывается мыло. На наш процесс взбивания. Нету вот этой стадии с пузырями. Как-то она такая сразу переходит в такую сметанную форму. Консистенция, да, у мыла такая прям, вот, ну, я уже говорил, как крем, то есть оно хоть и продается в баночках, да, но по мазкам туда лазить это будет грешно. То есть вот смотрите, взбиваем там 2-3 минуты, да, вот что у нас на помазке, вот что у нас в чаше, то есть уже достаточно такая
сливочная пена. Сейчас мы еще чуть-чуть добавлю водички. Прям чуть-чуть. Так, ну вот что у нас на помазке, вот что у нас в чаше. Я думаю, нам этого будет вполне достаточно для бритья. И намочим лицо и перейдем уже к процессу бритья непосредственно. Так, ну давайте. Приятный аромат на лице. Все-таки еще раз хочу повторить, что, на мой взгляд, компания Cold River — это одни из лучших ребят, которые работают с ароматами. У них очень тонкий, очень гармоничный аппарат, ароматы. И прям очень хорошо ребята находят баланс. В своих ароматических композициях. Ну, смотрите, какая шикарная пена, укрывистость просто обалденная. Тут он говорит, да. Ну что, берем наш лупу 95 ГАП 0.95, лезвие Gillette Netchet новое, вперед. Закрытая плита. Ну, ребят, по скольжению вопросов нет вообще. Мыло отрабатывает на ура. По комфорту тоже все пучком. Лезвие идет очень хорошо.
скольжение вообще, по скольжению картоф. Просто хорошо. Так. Вот снимем пену, остатки, и перейдем ко второму проходу. Ну, ребят, по пене у меня вообще вопросов нет. Шикарно. И вот этот аромат, конечно, ну, именно что он зимний. Такой пряный. Одновременно вот эта клюквенная составляющая. Очень удачно тут разбавляет. Посмотрите, шикарно. Второй проходит. Все отлично. Ребят, если есть какие-то пожелания по лезвиям, которые хотите посмотреть в этом станочке, пишите в комментариях. Просто как бы мне, если честно, самому хочется отлично. Наоборот, какие-то, ну, более такие агрессивные лезвия попробовать. Там народ вроде как наоборот просит что-то помягче там. Ну, предупрежу сразу, рапира у меня нет. Рапира только шведская сталь, по-моему, где-то была. Так, ну что, побрились, умываемся.
Отлично. Так, умылись прохладной водичкой. Сейчас сбрызнем все это дело лосьончиком. И будет шикарненько. Так, лосьончик у нас варисина. Мана десицилия. И будет сейчас. О! Приятный аромат. Очень хорошие уходовые качества у варисина. За них, что говорить, уже все знают. Давайте подведем наши итоги сегодняшние. Что у нас сегодня получилось? Давайте начнем с мыла, ребят. Ну, мыло, смотрите, сколько у нас еще тут в помазке, в чаше вернее. Видим, какие усики стоят. То есть сливочность тут на высшем уровне. По ТТХ, ребят, у меня вообще претензий к мылу нету. То есть все просто шикарно. Очень приятный аромат. Действительно такой зимний, благородный, спокойный. Плохо, что у них в этом году нету своих лосьонов. Не знаю, с чем это связано. Может быть, как у баристеров, из-за проблемы с наличием спирта, может быть, еще с чем-то. Но пока только в наличии у них мыло. Дальше, ребят, связка станочек и лезвие Розарок Лупа, 95-й ГАП и лезвие Жилет Нечет. Что могу сказать? В предыдущий раз мы использовали лезвие Жилет Платинум. Так вот, Жилет Платинум, они более комфортные были. Все-таки сказывается, что Жилет Нечет — это лезвие для жесткой щетины. И знаете, ну такой прям... Ну, они чувствовались на коже больше, чем Жилет Платинум. То есть я думаю, что людям с более чувствительной кожей, вот... Если выбирать из этих лезвий в данном станке, то больше подойдет Жилет Платинум. Сегодня они поагрессивнее, на мой взгляд, будем так говорить, на коже именно. Помазочек, ребят, со своей задачей сегодня справился просто на 5 баллов. Не перестаю я ему радоваться и удивляться, что можно сказать. Даже не самый дорогой помазок за 400 рублей отыгрывает... Просто шикарно свою роль. И лосьончик. Ну, тут тоже как бы все без новостей. Варисина. Качество, уход гарантированно. То есть тут все на 5 баллов. Приятный аромат. Все впиталось, как видим. Шикарно. Вот. Просто приятный аромат такой. Классный. Вот такое, ребят, сегодня получилось у нас бритье. Как всегда, лайки, комментарии приветствуются. Если есть какие-то вопросы, почта или Инстаграм директ, пишите. Ну и как всегда, всем хорошего дня, всем здоровья и до новых встреч. Пока-пока.